Уважаемые тюркские народы, в этом видео я хотел бы рассказать о тюркском национал-социализме. Что такое тюркский национал-социализм? Это тюркский национализм, общий, не микронационализм, а общий тюркский национализм, связанный с идеей социализма, построения социального мощного тюркского государства. Это идеология антикоммунистическая, то есть антимарксизм и антикапитализм. Мы за Тюркский Союз и за родные тюркские традиции, за возрождение тюркского народа. Прошу всех тюркских народов поддержать нас, независимо от вашей религии или от вашей идеологии. Тюркский национал-социализм – это наше единственное будущее. Без него большие державы просто растопчат нас. Уважаемый тюркский народ, поддержите нас в этой борьбе. Если у вас будут вопросы на эту тему, пожалуйста, отправляйте ваши вопросы на почту или на мой канал. До свидания.